Ну что, сегодня твой праздник? Уже решила, что хочешь? Хочу кошку. Владельцы здания против. Владелец ты. Первый кусочек нашей именинницы. Папе не забудь оставить. В морозилку положи к прошлогоднему куску. Что? Том Брэнд преуспел в бизнесе. Наш небоскреб станет самым высоким зданием в Северной Америке. Но потерпел крах в гораздо более важной сфере. Привет, Том. Да, я в курсе, я опоздал. Живо домой, и чтобы подарок был идеальным. Есть кто? И вот таинственный незнакомец. Знакомое лицо. Я Том Брэнд, владелец Фаербренда. Точно, я окошком в лотке газеты рву. Там постоянно ваше лицо печатает. Перевернет всю его жизнь. Я только кошку выберу и пойду. Вы ему нравитесь? Да, сдачу оставьте. Ну что, киски? Не понял. Приступим. Ну что, как мы себя чувствуем? Минуточку. Да, я кот. Ну, я попал. Ты игнорировал свою семью. А когда папа придет? Сразу после работы. У тебя неделя, чтобы все исправить. Или жить тебе в кошачьей шкуре до конца своих дней. Ненавижу кошек. В том-то и весь прикол. Мистер Пушистые Штаны, смотри. Серьезно? Кому нужен лоток? Не надо просто говорить о любви, ее надо показывать. Ты мой лучший подарок. Утопи меня. Мне иногда кажется, что глазами кота на меня смотрит папа. Паршивый из меня отец. Алле! А для кошек рентген бывает? Да, коты. Не поймаете! Улыбочка для Инстаграма. Не-не-не-не-не, обойдешься. Фу. Я крут. Жутко странный кот. Я им докажу, что я человек.